Доброго времени суток, уважаемые любители бокса. 12 февраля 2022 года в Британии состоялся вечер бокса, в рамках которого был разыгран вакантный титул WBC международный в среднем весе до 72,6 килограммов. Титул этот оспаривали два непобежденных проспекта. Британец Феликс Кэш, который на наших экранах с рекордом 14-0 и 10 побед нокаутом. Боец Эдди Хирна, который устраивал это шоу с компанией Matchroom. И его оппонент, россиянин Магомед Мадиев. Магомед Мадиев тоже ни разу не проигрывал. Его рекорд 15 побед, 4 победы нокаутом и 2 поражения. До этого все свои бои Магомед Мадиев проводил в России. Вот первый выезд и сразу же на дозоуне и сразу же за вакантный титул. Очень серьезная ответственность. И посмотрим, как он с этой ответственностью справится. Итак, бой начался. Во втором раунде левым крюком Мадиев отправляет местного фаворита в нокдаун. Рефери отсчитал. И Кэш, в общем-то, практически половину раунда клинчевал, вязал. И делал все, чтобы не дать Мадиеву развить успех, что у него, естественно, получилось. В конце раунда он перестал клинчевать, судья ему постоянно предупреждал за это и даже устроил такой более-менее зрелищный бой. Однако с третьего раунда Феликс Кэш хорошо действовал джебом, работал с дальней дистанции, двигался на ногах, и вот в основном Магомед Мадиев хотел устроить такое продолжение того, что у него получилось, то есть снова навязать оппоненту рубку и бой на ближней дистанции, но смотрите, достаточно неплохо работает джеб у британского проспекта. Вообще мне этот бой, честно говоря, по рисунку напомнил другой очень известный бой. Помните, когда Проводников дрался с Брэдли? Вот в 10-м раунде, в последнем, от почтальона снова в нокдауне оказался Кэш, снова начал вязать, хватать, и рефери, которому это все безобразие уже, естественно, надоело, вычел еще один балл с Кэша. Но в конце все-таки парни устроили хороший размен, и по итогам двое судей 95-92 и один 94-93 отдали победу Кэшу. Между прочим, 95-92 в пользу Кэша, это означает, что судьи отдали ему все раунды, кроме тех, в которых он побывал в нокдауне. В том числе и российский судья Юрий Копцев, что интересно. Таким образом, Кэш получил пояс, Мадиев считает, что его ограбили. А как вы считаете, кто выиграл этот бой? Напишите свое мнение в комментариях и, конечно, подписывайтесь на канал.